Для служащих отряда милиции особого назначения прошли учебно-тренировочные стрельбы из табельного оружия. Учения проходили на полигоне Министерства внутренних дел. Участники соревнований были разбиты на 8 команд из служащих оперативной и моторизованной роты ОМОН. Бойцам спецподразделений в ходе внутриведомственных учебных занятий пришлось соревноваться на владение огнестрельным оружием разного калибра, производя выстрелы с разных огневых позиций по обозначенным целям. Соревнования, то что достиг, как классических стек, классический ума на растягей, просто славить роли положенные, даже там хоская скалена, что я, авто нам дира стегал дар, ума пистолетер стой, растягнал, дишь что даро придумал, дишь так я что вон это на, так с роптом бойдем, и у меня берс, растягну босат так я ну, что соревнования, то наши растянам шем бы начули, дортар нам уж много бури, ну слышали много бури, нам идти, может бросок и идти где-то и маймардать фаста. Стоя фаста, мы будем чинить. По условиям первенства стрельбы из Калашникова выполнялись с трех дистанций. Еще по два упражнения из пистолета. Среди соревнующихся команд победители определили по наибольшему количеству набранных баллов. В индивидуальном зачете также выявлены бойцы с более уверенной огневой подготовкой. Фатчок бы надо шеппером оперативный рута, ты как бы над почахство диккегем оперативный рута, а ты как бы над вашуды диккегем моторизованный рута. Выдашь так от команды, а в том личный медалерный. Значит, буду на и фетчак бы над лошади, ты как моторизованный рута и участник, ты как бы над лошади шеппером моторизованный, или шеппером оперативный рута участник, а ты как учебно-тренировочные стрельбы проходят согласно плану по организации служебно-боевой и морально-психологической подготовки личного состава ОМОН Министерства внутренних дел Республики. Эльвира Тибилова, Регина Чешткоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня.